Члены правления товарищества собственников жилья «Артема 70» переизбрали председателя. О конфликте, который полгода длился между жителями многоквартирного дома и руководителем товарищества, мы рассказывали в июне. По мнению собственников, председатель не выполняла свои обязанности, а подрядные договоры на работы по дому заключала с собственным мужем. Озвучили коллективу, озвучили председателю действующему, юристу озвучили. В данный момент действующий председатель отказывается покидать рабочее место и предоставить всю документацию для передачи. Члены правления единогласно отстранили Эльвиру Шеймарданову от должности, назначили исполняющего обязанности. Однако экс-председатель еще несколько часов отказывалась покинуть кабинет. Как, впрочем, и объяснить причины своего поведения. Нет, я не буду комментировать. Члены правления ТСЖ «Артема 70» намерены провести независимый аудит бухгалтерских отчетов на предмет нецелевого расходования средств.